Вот, 8. 8. Вот, в принципе, вот таким вот образом их можно подать. Довольно-таки все красиво и круто. Друзья, привет! Сегодня на ужин буду Кристине готовить креветки. Вот у нас есть пачечка креветок замороженных, гигантских, 16 на 20. Вот, поэтому для начала их разморозим и будем приступать непосредственно к приготовлению. Итак, они практически разморозились. Ну, в общем, еще немножко времени надо. Но мы их пока начнем чистить, чтобы время не терять. То есть, как их чистить? Смотрите, оторвали хвост, хоп. И теперь вот это все начинаете обрывать. Оно очень легко снимается. Вот, весь этот панцирь. Так. Все. И рукой ее вот так попробовали, чтобы на ней ничего не осталось. Все. Есть. И так же самое следующую. Друзья, итак, смотрите, креветки мы наши почистили. У нас есть еще одно очень важное дело. Нам надо их просушить. Так как сковородка будет сильно раскаленной, нам нельзя, чтобы туда попала вода. Вылаживаем их сюда. А здесь можете глянуть, пока идет процесс приготовления гренок. Но это уже посмотрите где-нибудь в другом видео у нас на канале. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Итак, разогрели сковородочку. Здесь у нас пятерочка, это чуть выше среднего. И сейчас нам нужно добавить немного масла. Масло сливочного. То есть берем вот такой кусочек. Раз. И он пошел таять, видите? Так. Теперь нам нужно добавить сюда немножко оливкового масла. Это для того, чтобы сливочное не горело. Я думаю, хватит. Так. Все, теперь оно должно сейчас все это растаять и перемешаться. Берем чеснок. Он сюда что-то не влазит. И теперь немного обжариваем чеснок. Он сейчас у нас немножечко станет того цвета, которого нам надо. Слегка такой золотистенький. Зато у вас будет такой сливочно-чесночный маринад. И будет ярко выраженный чеснок. И сам чеснок вы есть же, наверное, не будете. И теперь сюда отправляем наши креветочки высушенные. Друзья, самое главное их не пережарить, потому как они станут жесткими, как резиновыми, и не совсем будут вкусные. Поэтому нужно вот 30 секунд, это как бы такое самое оптимальное время. Вот. Ну а там уже подрегулируете под свой вкус. Я думаю, если вы немного передержите, ничего страшного, съедите их за милую душу. Но оно вам надо? Так, смотрим, что у нас. Ну, смотрите, они уже, в принципе, начинают краснеть. Видите, это тигровые креветки гигантские, 16 на 20 размер, чтобы вы знали. Сейчас еще мы им дадим немножко. Думаю, уже будет достаточно. В инстаграме у Кристины будут фоточки, можете зайти посмотреть. Вот тут видите, они чуть-чуть ближе к центру, их все можно сделать. Кристина уже рядом стоит, сознание теряет. Так, и что у нас? Даем 30 секунд, можете секундомер сделать. Вот у меня секундомер есть, вот, смотрите. Класс, 30 секунд даю. И все, и сейчас, прямо сейчас в режиме лайфа все будем снимать. Не знаю, видно там? Секундомер не видно. Мы, конечно, их проверим еще.
Все, ребят, смотрите, 27, 28, 29, 30. Все, можно снимать. Стоп, вырубаем. Все, подавай тарелку. Смотрим сюда. Вот они уже у нас готовы. Все, снимаем, выключаем. Выключаем и снимаем. Берем тарелочку, чтобы это все красиво было видно. Восемь. Вот, в принципе, вот таким вот образом их можно подать. Довольно-таки все красиво и круто. Все, ну у нас так как они остались, нам придется сделать еще одну. Еще одну полосочку рядом. Я, друзья, равнодушно к ним отношусь. То есть могу так одну попробовать под пиво. Бат, например. Будвайзер. Кстати, Будвайзер это считается одной из самых крупных компаний по продаже пива. То есть, по-моему, они на первом месте вообще. Вот, то есть там количество пива в каких-то сумасшедших объемах продают они. Последние они лезут, да? Я не знаю, друзья, такая-то слонячая порция. Чеснок тебе надо сюда положить? Нет? Ну все, поехали за стол. Сейчас Кристина снимет небольшой обзорчик, как она их кушает и как, насколько это вкусно получилось. А как ты будешь пересаживаться? А тем временем, друзья, готовится мне салат. Правильное питание ЗОЖ еще никто не отменял. Да, сынок? А сынок в это время пока кашу точит с огурцом. Оцените, друзья, качество его еды по сравнению с мамой. Так, что у нас здесь? Бальзамический. Какой-то бальзамический соус. Остатки. Остатки. Пару перцев. Перцы фирмы Como. Так, есть. Сейчас будут готовиться мне еще гренки. И мы перейдем уже к дегустации креветок тигровых. Будешь креветку? Итак, друзья, наконец-то мы умастились и сейчас будем пить шампанское и есть креветки. Малый уже наш подкрепился, поэтому он наблюдатель, не судите нас. Купили шампанское брют, то есть это сухое шампанское, правильно я понимаю? Да. Вот, сейчас мы его откроем осторожненько. Самое главное, чтобы пробка не вылетела и все это не разлилось шампанское, да? А то будет как ракета полететь. Да, будет как ракета. Но если взять, что ты его расколотил. Ничего его не колотил. Сейчас все будет нормально, друзья. Я профессионал по открыванию шампанского. А я профессионал. Мое второе имя открывальщик шампанского. По еде креветок. Так. Сейчас попробуешь креветки, потерпи одну секунду. Открываем. Не сюда. Так. Ну что? Оп. На мой новый телефончик. Бери его отсюда. Подальше. Так, поехали. Ты его. Процесс заснять. Тихо. А я снимаю для своего инстаграма, пока Дима наливает. А вы заходите, подписывайтесь и смотрите. Вот он, Короткова Кристина. Я чуть-чуть, мне завтра за руль. Так, есть. И идем, друзья, поближе. Сейчас сразу попробовать, ну что. Вот так всегда, без меня пьет, начинает. Ну такое пойдет. Легенькая, блин.
Итак, давай уже теперь перейдем непосредственно к креветкам. Ну, возьмем обязательно мой любимый лимон. Кто за нами следит, тот знает, что я люблю лимон в принципе во всех блюдах, но особенно с креветками, с рыбой. Вот, ну и прям попробую. Я думал, ты ее разрежешь. И как? Мой муж готовит самые вкусные креветки. Не сырые? Нет, очень вкусные. Могу показать вам разрежу. Покажи, конечно. В ресторане все равно. Вот, кстати, подобно готовят в капле, когда мы кушали. Вот она. Ну, как ее показать? Она просто великолепная. Всем вкусной еды. И смотрите нас. И подписывайтесь и ставьте лайки. Чем политику. Лучше смотреть наш блог, чем политику, друзья. Ну, а я пошел, так сказать, давиться своими гренками и своим салатиком. Мне до креветок и до шампанского еще далеко. Будьте счастливы. Смотрите наш блог. Все, друзья. Креветки наели, шампанское попили и...